Чувашия, как известно, многонациональная республика. Несмотря на то, что Новочебоксарск – город молодой, в нем дружно уживается около 14 национальностей. Именно это и хотела показать вторая школа города, организуя городской фестиваль, приуроченный к Международному дню родного языка. Фестиваль, где каждая национальность могла показать свои особенности, исполнить национальные песни и танцы. Хочу выразить слова благодарности Ассоциации учителей чувашского языка города Новочебоксарска за предоставленную честь собрать вас здесь всех на этом первом городском фестивале. Я вас всех сердечно поздравляю с доброй, хорошей встречей и с первым фестивалем. Есть язык, есть и народность. Поэтому изучайте языки, живите в мире, дружбе и согласии. Кто-то родился в Чувашской республике, а кто-то переехал сюда по своим причинам. Но главный посыл фестиваля остается незыблемым. Нужно помнить свои корни и поддерживать традиции своего народа. Сам пришел в этот фестиваль, чтобы показать свой народ, показать, что армяне, они живут везде. Несмотря на то, что я нахожусь в другом городе, в Новочебоксарске, и несмотря на то, что я родился в Армении, я готов сохранять свое творчество, свой народ в каждом мире и сохранять в моем душе. В рамках фестиваля каждая школа города, представляя ту или иную народность, оформила стол с национальными блюдами. Всего в этот день во вторую школу съехались около 100 участников из 14 школ города. Сабина Вишневская, Павел Андреев, новости Новочебоксарска.